Гречка с грибами – это вкусное и сытное блюдо, которое можно подать как самостоятельно, так и в качестве гарнира. Расскажу, как приготовить гречку с опятами. Берите рецепт на заметку. Блюдо идеально подойдет для тех, кто постится или любит полезную и нежирную пищу. Гречка сама по себе довольно полезна, а в сочетании с грибами она получается еще вкуснее и питательнее. У меня опята, но их по желанию можно заменить на любые другие грибы. Особенный аромат и бесподобный вкус получается с лесными грибами. Непременно попробуйте. Крупа гречневая, 1 столовый экон. Вода, 2 столовые экона. Опята, 200 грамм. Лук, 1 штука. Морковь, 1 штука. Растительное масло, 3 столовые ложки. Соль, по вкусу. Количество порций, 4-6. Подготовьте все ингредиенты. Гречку, если необходимо, переберите, после чего промойте и дайте стечь в воде. Морковь натрите на крупной терке. Лук нарежьте небольшими кубиками. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости. Добавьте грибы. Продолжите обжарку, пока не испарится вся влага. Добавьте гречневую крупу и налейте воду. Посолите все по вкусу и варите после закипания под крышкой на медленном огне до полной готовности гречки. Гречка с опятами готова. Приятного аппетита!